Из-за этого контейнера нам ночью невозможно спать. Житель дома номер 6 на проспекте Мельникова Сергей Смирнов жалуется, что вот уже месяц регулярно, словно по будильнику, просыпается в час ночи. Всему виной вот этот так называемый мусорный бункер, который стал местом притяжения полуночных строителей. Когда весь дом засыпает, просыпаются рабочие, чтобы выгрузить весь мусор в контейнер под окнами людей. Постоянно нарушается закон о тишине по Московской области. Буквально вчера ночью, в 2 часа ночи, приехал грузовой автомобиль и начал выбрасывать мусор. Слышимость такая, что ночью, когда это грохот, спать невозможно, постоянно просыпаешься. В этот контейнер, предназначенный для крупногабаритного мусора, сейчас сваливают все подряд. Стоит он уже здесь около 10 лет, однако лишь месяц назад мусорный бункер начал доставлять неудобства жителям близлежащих домов. Видимо, кто-то из строителей приметил объект и решил разом все свои проблемы по утилизации отходов, уверены местные жители. За помощью люди обратились к членам общественного совета «Химки. Интересно жить». Эти люди устали. И по многочисленным жалобам, по многочисленным просьбам жителей по проспекту Мельникова, дом 6, дом 8, Мельникова 14. Спасибо, администрация городского округа Химки. Мы отреагировали на эти обращения при взаимодействии с администрацией, с ТУ, территориальное управление новых Химок. Вот, обратились в жилищник, решили этот вопрос. Я надеюсь, что жители останутся довольны. По словам членов общественного совета, такие, на первый взгляд, незначительные проблемы доставляют большие неприятности жильцам домов. Химчане не высыпаются, ругаются, нервничают. Поэтому, чтобы людям спалось спокойнее, общественники стараются как можно оперативнее реагировать на просьбы людей. Мы занимаемся как от мониторинга детских площадок, так и там, до как раз вот решения вопросов, помощи решения вопросов там, нашим жителям городского округа Химок. Для обращений с жалобами к общественникам есть телефон горячей линии и социальные сети. Прорывы труб в домах жильцов, плохо работают коммунальщики, есть обращения граждан по поводу просроченных продуктов в магазинах, некачественного товара. Есть по волонтерской службе обращения, кому-то нужна доставка продуктов, рецепты, забрать из поликлиники, выкупить лекарства, вплоть до вынести мусор и забрать ребенка. Привести. То есть различные просьбы, мы на все реагируем. Просьба о вывозе мусорного бункера была услышана и оперативно решена. Скажите, а куда вы сейчас поедете вот это отвозить? Я сейчас на базу, там скажут нам, куда вывезти. Куда-то, может, Долгопрудный на Писы. Это одна из небольших, но важных для десятков местных жителей проблем, которые члены общественного совета могут записать теперь в собственную копилку добрых дел.